Смотри, что написали. Чья это работа? Кто на морале? А ты присмотрись. Ты что ли поэт? Да нет. Да нет, что-то разве он может? Ну, нет, разве Федя может такие стихи написать? Сомнений нет, это классик. Подпись Александр Сын Сергеевич Пушкин. Здравствуйте, товарищи. Садитесь. Здравствуйте. Савченко. А почему вы не садитесь? Я это... Товарищи, последнее сочинение показало, что у вас не все благополучно с прямой речью. Поэтому сегодня займемся повторением правил правописания прямой речи. Кто дежурный? Почему доска грязная? Я. Где тряпка? Пропала. Я схожу, достану. Сидите. Об этом нужно было заботиться до урока. Понятно. О, вот это да. Мне приятно, что хотя бы в такой форме вы повторяете пройденный материал. Однако Пушкина порядком переврали. Дежурный, сотрите это. Нет, я не сотру. Пусть сотрет тот, кто это написал. Или я его носом вместо тряпки. Савченко, садитесь. Не сяду. Пусть сначала встанет тот, кто это наморал ерунду. Савченко. Женька, вставай, то поднимем. Твой ж почерк. Ах, это ты. А ну-ка иди-ка. Стирай. Савченко, попрошу вас сесть. А вы подождите, не стирайте. Читайте. Я? Вы, смелее. Неужто не разберете свой собственный почерк? Увы, Татьяна не дитя. Так, от какого лица идет речь? От первого. Значит, это? Прямая. Дальше. Старушка молвила кряхтя. А это? Косвенно. Нет, слова автора. Да, автор. Так как же мы отделим прямую речь от слов автора? Можно я сяду? Кавычки и черточка. Тире. Тире. Ну почему же вы не отделили? Возьмите мел. А теперь можете стереть и садиться. Итак, разбирая этот пример, мы убедились, что уж коли берешься писать на доске, так пиши так, чтобы ни ты, ни доска не краснели. Эх ты, Ишаченко! Савченко, если вы скажете еще одно слово, я вас удалю с урока.